Доброе утро! Мама же заработала сегодня, и можно и на карусели. Да. Как сегодня хорошо. Давай, в садик не надо игрушки, да? Арсений брал. Ну что, всем доброго утра. Я готовлю нам с Гришкой завтрак. Это яичница. Это, по-моему, единственный завтрак, который Гришка просто обожает. Ну, еще и кашу. Вот. И будет яичница с сыром, перемешанная. Вот такая вот сейчас еще сырка сюда натру. И будет вкуснота. Все, мой завтрак готов. Яичница с сыром, укроп, огурчик. Так, у нас сегодня опять по плану рвать петрушку. Так что иду тоже помогать. Гришка уже завтракает. Это мы вчера вырвали 6 рядков. И сегодня продолжаем. Я готовлю обед. Это ребрышки с гречкой будут в мультиварке. Морковка, лук, болгарский перчик, чесночок. И все. У нас уже 2 часа. Я немного полежала. Сейчас опять еду к родителям вязать. Никак не могу войти в этот ритм. Вот, поэтому как-то так. И влоги какие-то странные. Я сама это чувствую. Но пока так. Пока привыкаю к вязанию. Так, сейчас дом замкну. У нас уже прям лето-лето. Все печет, жара вообще невыносимая. На дочке бегают. Вчера в Краснодаре был супер дождь. Не знаю, там затопило прям даже некоторые районы. Ну, потому что воде некуда было уходить. Очень сильный дождь был. Цветочки распустились. Тоже очень красивые. И что хотел сказать, Башка Галя нам даже звонила, новости смотрела, говорит, вас там не залило. Мы говорим, что нет, у нас все отлично. Наша станица, здесь еще что-то возле садика строится, или Пятерочка, или светофор. В общем, тут куча всего у нас нового, еще одна Пятерочка точно возле школы строится. Здесь вот кредос, где хлеб пекут, вкуснючий. Так что его покупать нельзя, а то он очень вкусный, можно сразу целую булку съесть. Иду теперь Гришку возле школы. Иду Гришка, у нас тут выпускной 4 класса, все такие красивые идут вообще. Идет мой любимый ученик, уже что-то даже ест. А, хлеб. А что, ты такой голодный, что ли? Пришлось хлеб есть. Да? Угу. Ну что, поехали? До бабушки с Дежкой. А почему? Ну, мы там вяжем укроп. Йоу-йоу! Какие-то собаки бегают. Зачем ты звонишь? А, ты не звонишь, ты открываешь. Я мусор это... выставили, они вот теперь лазят. Знаешь что? Я кинул это, а то они возле двери, я кусочек хлеба кинул, они как бросились. Ну да, то они голодные, видно же, чьи-то собаки. Или большой победный танец. Угу, пошли, победный танец. А что, я что-то не так сделал? А вот тут на батуте. Почему? Гриша в новой форме. Вернее, старой. Но для Гриши это новое. Мы выдали в Краснодаре. А, да? Но на него маленькая. А что, Ксюха, мне ничего не печатает? Не знаю. Не хочет? Мы все ваши каналы смотрели. Да? Да. Я уже хожу на море, а сейчас хожу. Мам. Мы тут рвем петрушку со Степой. Любуемся торговым домом Кубань. Вот там вот чердак, круто. Там с окна все видно, как раз наш огород. И что мы делаем. Вот.
и рвем петрушку. А там укропчик посажен, вот он. Проезжаем мимо каруселей. Не знаю, хотим сегодня вечером пойти на карусели. Ну, посмотрим еще. Мам, ну, хочется уже... прям ночью, да? Да, а я уже выбрала. На каких ты хочешь? Дом дракони, как вот это на... знаешь, как американские горки, только вот так маленькие. Ага, ага. Там крестный. Да? И еще я хочу это... на Батуте. И все, да? Это все, что угу. Иду туда, до дедушки. Во двор. Смотри, тут уже вся сиренька засохла. Посмотрите, она уже вся рыженькая. А Лыча у соседей поспевает. Антоха уже тут. Вот велик стоит. Иду к моим мужикам. Наконец-то Антошка обрадовался. Ну, вернее, полюбился ему велик. И он теперь с удовольствием на нем ездит. А мы поработали. И поехали сейчас на карусели. Наконец-то. Ура, сейчас должно там все светиться. Я так рада. Я прям тоже. Мы приехали. Ура. Пошлите, я тоже хочу. Пошлите. Или пошлите посмотрим, да? Не, надо же выбрать же, на чем кататься. Хочешь на драконе? На первую надо садиться, там интересно. Да. На машинках, пап? Для на Афоне. Афоня выбрал вот эту машину. Все, ты сейчас поедешь, сынок? Папа, ну что, ты поехал? Пока, сына. Пробка, точно. Чё? Осторожно, сынок. А во сколько? Вот погнали. Сейчас, подожди, Афоню надо же забрать. Мальчики на большие машинки. Садись, посиди. Ну это только если с Гришей. Ну это нужно сейчас у папы спросить. Сядь. На дракона? Антоху там не укачает, его жук. Антоху, говорю, интересно, не укачает, его жукачивает. А эти, а, тут все. Ну как, за что, не страшно? Нет. А долго он остался, да? Ну да. Сюда не надо. Куда я полетел? Иди сюда. Мое сердце.
Ну-ка сюда. Ну как тебе, Антон? Да, на дракончике? А тебе? А там очень да? Антон, я к тебе. Мы все сейчас поедем. Мы втроем. Мы с Антоном за рулем. Они таранятся. Нет, мы таранить не будем, да? Давай, выезжай, поехали, где никого нет. Тебе понравилось? Афоня, а тебе? Домой. Понравилось? Я думаю, нет. А я голосовал за авокадо. Ну, а что ж ты катал? Что мы сейчас будем кушать, Афанасий, говори меню. Пища. А пить что ты будешь? Что за свинство? Я буду кока-кола. Кока-колу? Да это ты знаешь. Кока-кола хорошо получается, а вот слово пицца не очень, да? Да. Ты сам понимаешь, что ты нехорошо говоришь? Ну. Так, мы в авокадо заказали, теперь ждем заказ. Мы заказали пиццу там. Роллы. Роллы. Коктейль, да? Коктейль. Гриша, мне радугу, ему светофор. Еще заказали две пиццы. Четыре сыра и охотничья. Мы ее пробовали? Не знаю. Теперь пробуем коктейль. У Антохи радуга, у папы пина колада. Да, светофор. А у тебя светофор? А я пробую, давай. Так, у меня роллы. Обычные, холодные, у папы запеченные. Чего? Это имбирь. А сейчас вам принесли. Сейчас вам пиццу. Так, еще нам две пиццы. Принесли четыре сыра. Это папина любимая и охотничья. Это Гришка заказывал. А это твоя любимая? Да. А еще в подарок нам принесли роллы с крабом. Ну, все равно приятно очень. Да, папе. Папе принесли. Хотела заснять небо, но оно не такое красивое, как... На самом деле это все черное передается, но на самом деле не такое красивое, столько туч и луна в центре. Что я хочу сказать, что пока мы катались на каруселях, у нас поливался газончик.